По глаз попал. Вот обидно, знаете что? Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня у нас будет челлендж. Как накраситься без косметики, из подручных средств. У нас в ход пойдет еда и мелки, и все на свете. В общем, давайте попробуем, я буду стараться, конечно. Но чтобы было смешно, но в то же самое время, чтобы можно было вот так на улице прям выйти. Это же интересно. Кому интересно, оставайтесь со мной. Ой, нет. Масло масляное получилось. Но это же интересно. И сегодня будет помогать мне мама, но она будет за кадром, просто чтобы вы видели, что я делаю и что я стругаю, чтобы вы все это видели. Итак, первое, с чего я решила начать, это, наверное, основа. Использовать мы будем с вами вот такие вот мелки. Основу, знаете, я думаю, мы синячки закрасим, там красненькие пятнышки всякие, да? Вот такие мелки из фикс-прайса, вы помните, я их покупала. Здесь есть интересные цвета, землянистый какой-то, коричневый, белый. Как-то мы их сейчас используем с вами и замажем наши недостатки. Мама, держи, пожалуйста, вот так. Чтобы девочки видели, как я все буду стругать. Я возьму вот такой вот мелочек такого цвета. Возьму немного коричневого. Возьму еще зеленого. Это чтобы оттенок у нас получился красивый. Так, что получается? Вроде ничего цвет, да? Брызнем все это водичкой. Мама, что-то очень темный получился. А ну подержи, мамуль. Давайте добавим белого. Побольше белого. Сейчас будем как гейши. Что-то воды может много. Давайте попробуем нанести на лицо. Чё? Замажи. Какая штукатурка. Ну какого цвета не хватает? Синий какой-то. Подожди, какого цвета не хватает? Белого, да? Давай еще. Ты белого, думаешь, не хватает? Повыше. Вообще светлее обычно под синяками красят. У меня тут бел во все стороны. Сыпется. Ладно, берем. Не, ну так-то, глянь, заштукатурил немного. Так. Да нормальный цвет. Ну так, сдалека бы вы даже не заметили бы. Накрасилась бы я таким. Ладно, в общем, давайте это сравняем. Все, не будем чисто красить эти синяки. Вот так. Все, тональная основа это у нас будет. По-моему, отлично. Отлично. Здесь просто свет еще такой, что здесь поприятнее смотрится. Вот я вижу себя вообще ровный цвет лица. Да-да-да-да. На свидание собираемся. Шейку обязательно, шейку сравняем. Ну что, тогда значит нам надо припудрить. Я думала без пудры делать. А как без пудры? Теперь нам нужно сделать... Мама говорит, что если подсохнет, то я буду беленькая. Давайте скорее запудрим. А каким цветом, если мы будем беленькие? Нам бы надо запудрить бы скорее. Повыше. В кадре, чтобы понятно. Так, стругаем пудру. Да, скорее. Пудра. Кисточку берем. Не нужно. Ой, правда? Я высыхаю. По глаз попал.
Вот обидно, знаете, что? Что, плохая не было, что ли? Я сдерживаю смех, чтобы не пугать вас. Все. Это такой неприятный момент. Может, масочка добавить туда? Масло? Масло. Чтобы стягивать лицо. Туда ничего не ляжет другое на наше лицо. Давайте подождем, пока это все подсохнет. Давайте продолжим. Короче говоря, продолжим, что у нас следующее. У нас следующее... Форму сделать надо, правильно? Какао. Подержи. На чистое все. Ну, там чуть-чуть осталось пудры, ничего страшного. Какао. Обычный какао-порошочек. Используем ту же кисточку, которую не жалко. Для контуринга. Пахнет шоколадом. Манус, что ты смеешься-то? Я, наверное, в детстве так не игралась, да, с едой. Короче, ладно, все. Я поняла, что на улицу мы так уже не выйдем. Жалко. То есть, если вдруг косметики нет у вас, девчонки, то... Ты не красишься. Не красишься вообще. Идите не накрашенные, а натуральные. Так, давайте дальше. Мы придумали с мамой идею, что же сделать, если нам нужно нарисовать стрелки. Подождите, сначала тени. Стрелки потом рисуем. Давайте нарисуем тени, так и быть. Чем мы их нарисуем? Опять же, здесь замешаем в нашей миске, она у нас для всего. Подержимо. Давайте сделаем тени такие малиновые, да? Настругаем, опять же, мелочь. У нас какой-то меловой пошел этот. И давайте попробуем сначала сухой нанести. Нанесется он? Тональной основой все испортили, наверное. Надо было не мочить. Надо было не мочить. Кстати, да. Кто захочет повторить, просто не мочите мел. Учтись на моих ошибках. Короче, просто розовые тени. Под низом тоже. Естественно, мы снизу уберем. Это же некрасиво. Дальше мы можем использовать два варианта. Мы можем использовать вариант с карандашом. Сейчас мы попробуем с вами. Вот в горячей водичке я окунаю обычный карандашик. Это я такой лайфхак даже видела, что можно нарисовать стрелки. Если... Мы сейчас попробуем с вами. Конечно, не вижу одним глазом, мне один глаз плохо видит. Один хуже другого. Чё, нормально. Но еще вариант взять кофе, вот такой вот обычный, несколько горошин насыпать сюда, разбавить с водичкой, взять зубочистку, все, оно становится таким темно-коричневым. Мы сейчас попробуем, что это будет. И нарисовать им стрелку. По-моему, тоже хорошо, да? Можно без тональной основы чисто стрелки нарисовать. Кофе. Хорошо будет. Сейчас мне не очень удобно. Хоть этот глаз у меня и лучше видит, но... Ну, вот так вот. Дальше. Что у нас дальше было? Брови мы же с вами не доделали. Но давайте доделаем так карандашом. Намного быстрее, да, будет? Мы вымокаем просто. Карандашиком подрисовываем наши теньки. Наши бровки делаем красивыми.
кибельными. Сейчас я не буду особо стараться, ну, потому что у нас уже не получилось, то, наверное, снова, знаете, как оно вот пошло, поехало, так оно вот. Теперь все мне не очень не нравится. О, не для носки, конечно. Что нам нужно сделать? Нам нужно накрасить глазки. Мы придумали использовать активированный уголь. Но у меня нет активированного угля, к сожалению. Чё-то не подумала об этом в последний момент. Но у меня есть другая таблетка. Она тоже, короче, таблетка. Ферумлек называется. Может, знаете, это железо. В принципе, если ее намочить, она темная. Темная, коричневая. Сейчас я ее попробую здесь размочить. И посмотрим, что будет. Сможем ли мы ее накрасить. В общем, эта таблетка долго растворяется, Я решила добавить какао. Ну что, у нас какао темное тоже, да? Нормально будет реснички коричневые накрасить. Мешаю. Она должна быть как кашица у нас, правильно? У нас же ресницы, вы поняли, короче. У нас как кашица для ресниц. Теперь накладываю на нашу кисточку. Смажу ее еще водичкой. По кисточке какао с водой. Ничего получится. Глаз, главное, не попасть. Я думаю, ничего не будет. Не пойму, красятся они или нет. Ой, идейная. Красится, нет? Чуть-чуть. А что надо сделать, чтобы нормально красилось? Больше какао? Больше воды. И прямо этой кисточкой мешаем. Ну, думаю, было бы с углем вообще замечательно. Смотрите, сколько здесь. Вы, наверное, думаете, сидит мама напротив. Как она может позволять своей дочке этим заниматься? Я же взрослая, сама решаю, как жить и чем краситься. Тем более все натурально. Чем бы дитя не тешилось. Радовала своих подписчиков. Ля-ля-ля. Ну нет, чуть-чуть есть. Давайте на нижних проверим. Не, ну стали ярчики по глазке. А! Блин! Нет! Ах, просто я чувствую. Просто я чувствую. Стойте! Дай ватку! Две! Я чувствую мусор в глазах. Скорее. Мама, я могу без глаз остаться, пока ты ванки даешь. Я не могу их открыть. Я хочу, чтобы они все видели. Я вижу вас. Остался последний штрих. Я не брошу затею эту на половине дела. Что обо мне подумают мои подписчики? Слабачка, да? Нет. Последний штрих остался. Я его доделаю. Ведь я придумала, блин, что-то. Красители придумала. Красители с маслом оливковым. Смотрите. Мам, подержи.
розовенькие губки будут. Вот красители, помните наши, которые не оставляют пигмент? Вот. Масло оливковое. Сейчас губы все исправят. Чуть-чуть мама сказала. Я налила, не жалею. Должно все сейчас, сейчас должна красота быть. Нифига. Ну давай еще мело тогда. Краситель не растворяется в масле, запомните. Учитесь, девочки, на моих ошибках, да. Подожди, у нас есть тут мело немножко. Можно немножко. Ну, мама уже вся пудрит тут разноцветной. Короче, губы. Солнечное это вредно. Да, для организма. Пусть это лето. Немного растрепано. Ну, прошло все не гладко. Ну, я бы не сказала, что все прям очень гладко прошло. В целом мы видим. Зубы. В целом мы с вами видим. Глаза остались на месте. Это ведь самое главное. Да? После таких экспериментов. В общем, ладно, видео... Простите. Видео уже очень много идет. Я для вас стараюсь сделать не слишком длинное видео. Вот, и... В конце этого видео я не буду делать сигни, потому что оно будет очень длинное. В общем, если вам понравилось, лучше не экспериментируйте. Ну, может быть, если что-то вы нашли, например, лайфхаки, вот ну, там вот, стрелочки нарисовали, уже не рисуют. В общем, понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, не судите строго, в первый раз, все спонтанно, с маминой помощью. Главное, что мы целы остались, правда? А все остальное фигня. С вами была Селена Свей. Пока-пока.